фестивалей и конкурсов детских и юношеских достижений, направленные на явление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях – вокал, инструментальное творчество, хореография, театральное, цирковое и изобразительное искусство. Миссия проекта – помочь творчески одаренным детям, подросткам поверить в себя и с гордостью сказав «Я могу» добиться высот в любимом творческом деле. Учредители проекта – творческое объединение «Я могу» – Россия, город Санкт-Петербург, и туристический оператор «Питер Твой» – Россия, город Санкт-Петербург. Все лауреаты первой степени по итогам фестивального сезона 2013-2014 года будут приглашены к участию в суперфинале проекта «Я могу» осенью 2014 года с призовым фондом до 500 тысяч рублей. Лауреаты первой степени будут награждены не только соответствующим дипломом и кубком, но и именным сертификатом, подтверждающим право участвовать в суперфинале проекта «Я могу». Задача проекта «Я могу» — выявление талантливых детей и подростков и их стимулирование к дальнейшей творческой деятельности. Проведение круглых столов и научно-практических конференций для педагогов, художественных школ и руководителей творческих коллективов на тему актуальных проблем образования в сфере культуры и искусства. Привлечение внимания общественности к детско-юношескому творчеству. Мы открываем отделение «Вокал» академическое и «Вокал» народное творчество. Поприветствуем членов жюри. Ипарова Елена Николаевна, заслуженная артистка Республики Мордовии, лауреат международных и всероссийских конкурсов, старший преподаватель по вокальной подготовке Санкт-Петербургской консерватории, доцент СПГУ ГУКИ, оперная и камерная певица. Ковалева Ольга Игоревна, оперная певица, солистка Камерного музыкального театра Санкт-Петербург-Опера, руководитель вокальных школ, заслуженная артистка Российской Федерации. Еремин Игорь Валерьевич, выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, стипендиант фонда имени Дмитрия Шостаковича, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии, солист Камерного музыкального театра Санкт-Петербург-Опера, лауреат всероссийских и международных конкурсов певцов. В фестивале-конкурсе участвуют конкурсанты из следующих населенных пунктов. Город Архангельск, город Волгодонск, город Грязи, город Железногорск, Запрудня, Иваново, Кириши, Кунгур, Курган, Лапинск, Лбытнанги, Москва, Невиномыск, город Пермь, а также Рязань, Садка, Сенгилей, Удомля, Ульяновск, поселок Мурмино, район поселок Межевой, село Каширское. И открывает первое отделение Усов Евгений, город Сенгилей, Ульяновская область, детская музыкальная школа искусств Сенгилеевская. Номинация «Вокал, академический жанр, старшая возрастная категория». Ах, Мороз, Мороз, Дюбюк, Иваненко, Люна Ту, неаполитанская песня. Ходишь рукавичком, но молчит на шанке.
Рязанской области. Пошел козел в балдыки, потешка Рязанской области.